Здравствуйте, добро пожаловать на нашу предпоследнюю лекцию, которая будет посвящена такой тематике. Мы с вами в прошлые разы говорили о различных способах, которые может использовать устоявшаяся фирма для того, чтобы оградить себя от потенциального входа со стороны конкурентов. Давайте с вами сегодня рассмотрим еще один такой вариант, который может использовать устоявшаяся фирма для того, чтобы избежать потенциальной конкуренции на своем рынке. Эта стратегия называется увеличение издержек конкурентов. В чем же она заключается? Ранее мы с вами говорили, что устоявшаяся фирма может влиять на, собственно, прибыль, на функцию прибыли своего конкурента потенциального с помощью, например, влияния на структуру спроса, например, как мы обсуждали уже на прошлых лекциях, это может быть реклама, либо, например, какая-то маркетинговая политика, например, продажа отдельно и продажа вместе. Были и другие способы, например, это увеличение клиентской базы заранее в предыдущем периоде для того, чтобы с помощью этой клиентской базы замкнуть своих потребителей именно на своем товаре. Однако мы с вами не обсуждали такую вероятность. А возможно ли такое, что устоявшаяся фирма может воздействовать напрямую на функцию затрат своего конкурента? Да, такое возможно. Например, самый такой явный пример – это когда устоявшаяся фирма на домашнем рынке лоббирует, например, государственную администрацию для того, чтобы установить какие-то импортные тарифы или импортные квоты. Таким образом, мы видим, что налоги, например, налоги на импорт повышают, собственно, косвенно расходы возможного новичка иностранного происхождения. Таким образом, устоявшаяся фирма на домашнем рынке увеличивает тем самым производственные затраты своего потенциального конкурента. Но это совершенно явный пример, когда мы напрямую воздействуем на функцию затрат конкурента, при этом никоим образом не касаясь своей собственной функции затрат. Однако наиболее таким интересным случаем является тот случай, когда, например, устоявшаяся фирма сознательно увеличивает производственные расходы и для новичка, и для себя тоже. Когда, например, такое возможно? Одним из классических примеров является рынок почтовой связи. В Германии есть крупный игрок, который называется Deutsche Post. Он занимается в основном, несколько лет назад занимался как раз услугами почтовой связи. При этом она была доминирующей, не только доминирующей фирмой вот в данном секторе, она являлась единственным игроком. Однако после либерализации сектора экономики, сектора почтовой связи, вошли конкуренты. Что же сделал Deutsche Post? Он создал профсоюз работников почтовых связей и установил минимальную заработную плату для сотрудников, которые заняты в секторе почтовой связи. Таким образом, что произошло? Я поднял, собственно, затраты на рабочую силу не только для своих потенциальных конкурентов или конкурентов, но также и для себя. Почему данная стратегия в случае Deutsche Post, например, оказалась наиболее эффективной? Потому что ранее Deutsche Post был доминирующей фирмой, единственной фирмой в отрасли, поэтому у него уже были некоторые, во-первых, запасы финансовой стабильности, это раз. Во-вторых, оборудование необходимое для функционирования было уже куплено. Таким образом, можно сделать вывод, что тогда технология, собственно, осуществление почтовой связи с новичков была более трудоемкой, нежели функционирование Deutsche Post. Таким образом,
вот это вот увеличение в минимальной заработной плате для сотрудников почты больше коснулось конкурентов Deutsche Post, нежели самого Deutsche Post. И таким образом, опять же, мы видим, что таким образом, например, на рынке почтовых связей в Германии появились входные барьеры. Давайте с вами рассмотрим в общем случае, что же происходит вот с таким явлением, как увеличение издержек производства, как и для конкурента, так и для устоявшейся фирмы. Опять же, давайте с вами рассмотрим модель с такими же самыми условиями, как и в прошлые разы. В первом периоде у нас существовала некоторая устоявшаяся фирма, занимала она монопольное положение. И во втором периоде у нас есть с вами угроза вхождения новичка. То есть в первом периоде, в данном случае, устоявшаяся фирма осуществляет некоторые инвестиции в стратегическую переменную. Как вы думаете, что теперь будет инвестициями? Это, например, некоторые затраты экономических ресурсов для того, чтобы увеличить, собственно, удельные, например, издержки на производство товара. И для конкурента, и для себя. Во втором периоде, как мы уже сказали, входит новичок и принимает решение. Либо он остается в данной отрасли, либо он все-таки не решается войти. Если он не решается войти, то есть для него увеличение данных производственных издержек настолько велико, что лучше ему получать нулевую экономическую прибыль, не функционируя на данной отрасли, нежели получать убытки. И во втором случае, если, собственно, происходит вход, то тогда у нас рынок описывается моделью дуополии. Давайте рассмотрим такую ситуацию. И что у нас происходит? Предположим, что в первом периоде у нас существует крупнейшаяся фирма. И она инвестирует, собственно, какое-то количество средств для того, чтобы увеличить затраты. То есть производственные затраты и укоренившейся фирмы, и фирмы новичка являются возрастающими функциями. Далее. Что происходит во втором периоде? Новичок решает, войти ему или нет. Если он входит, то он обдуплен. Если не входит, тогда он обдуплен. Все те же самые условия, что и в предыдущих моделях на вход и выход. Точнее, на вход и на предоставление. Давайте с вами предположим, что продукты у нас двух фирм дифференцированы и есть ценовая конкуренция на рынке. Точнее, не ценовая, а количественная. Т1 у нас получается А минус Б, Т2 у нас А минус Б, минус Б. Мы видим, что зависимость обратной функции спроса имеет коэффициент D, отличный от единички здесь. Если у нас коэффициент D приближается к нулю, то что происходит? Независимость, то есть это
максимальная дифференциация, да, у нас получается? Если приближается к нулю, то товар является очень несовершенными субститутами друг друга. Что же происходит, если коэффициент D приближается к единичке? Тогда наоборот, у нас товары становятся все более и более эффективными по взаимозаменяемости в потреблении. Хорошо. Теперь мы с вами сказали, что у нас есть вот такие вот, собственно, удельные производственные издержки. Как мы запишем функции прибыли тогда? P1, что у нас получается тогда? Собственно, U1 на A минус U1 минус B плюс 2 минус C 1 K. Функция прибыли второго игрока, новичка. Описывается следующая функция. Опять же, зная, что у нас есть два периода, мы решаем обратно с самого конца задачу, и мы знаем, что во втором периоде у нас фирмы, если все-таки конкуренция на рынке между этими двумя фирмами получается, то в итоге у нас мы должны найти функции реагирования. Что это такое? Это значения, полученные при взятии производных. Если мы это все найдем, то в итоге у нас получается U1 на A минус C1 на минус P2 на минус 2. Таким образом, мы с вами нашли функцию реагирования. Теперь мы решаем это все вместе, чтобы найти равновесные значения Q1 и Q2 в зависимости от количества инвестиций. Таким образом, мы с вами нашли равновесные значения при дуополии в зависимости от количества инвестиций. Прекрасно. Мы с вами видим, что в данном случае у нас фирмы конкурируют по Курно, а мы знаем, что для линейного спроса и для, собственно, постоянных предельных издержек у нас функция прибыли будет всего лишь квадрат объема спроса для каждого из.
То есть, если у вас имеется конкуренция по курном, плюс линейный спрос, плюс еще что? Постоянные предельные издержки, то тогда кратко можно сразу сказать, что тогда функция прибыли будет всего лишь квадрат объема спроса на каждый товар. Хорошо. Теперь давайте все так же мы рассмотрим, какова же будет тогда стратегия укоренившейся фирмы при предотвращении входа и при предоставлении входа. То есть что у нас будет делать укоренившаяся фирма? Осуществлять перепроизводство инвестиций, то есть overinvest, или все-таки недопроизводство инвестиций, то есть underinvest. Какая будет стратегия в данном случае? То есть он будет стараться увеличить, как можно больше инвестировать в возрастание удельных издержек, или все-таки будет меньше его стимулов. Как мы это проверяем? В случае, помним, предотвращения входа, у нас какое условие для того, чтобы найти overinvest или underinvest? Мы должны найти знак производный, как же изменяется прибыль, собственно, моего потенциального конкурента при увеличении или изменении объема инвестиций. Итак, это у нас что будет? Вот у нас P2 вот K, квадрат значения, это что у нас тогда будет? 2 Q2 со звездой умножить, затем производная, собственно, Q2 со звездой по K. Это что у нас будет тогда? Давайте рассказывайте мне. Там получается D. Угу. Первый тип D, дальше. DC. Угу. Плюс 2. Точнее, нет, там получается минус 2. Минус 2. DC 2. ФК по ДК. Да? Если у нас есть ситуация предотвращения входа, что мне необходимо сделать? Мне надо настолько проинвестировать в увеличение издержек, чтобы как можно больше сократить размер прибыли моего конкурента. То есть в данном случае будет совершенно ясно overinvestment. То есть здесь мы должны, собственно, иметь отрицательный знак у этой прибыли. Хорошо. Что мы можем сказать про знак вот этого элемента? Объем выпуска, положительное число. Это плюс. То есть, какой вывод мы сделаем? Что вот эта скобочка должна быть меньше нуля, да? Другими словами, это получается dc2 по k по dk на dc1 от k на dk получается у нас больше, чем d пополам. Угу. Хорошо. Прекрасно. Это мы нашли с вами условия для предотвращения входа. Теперь, если мы с вами рассмотрим стратегию предоставления входа, смотрим опять же на знак. Теперь мы уже смотрим, как же изменяется наша собственная прибыль при увеличении инвестиций. Почему мы в случае
предотвращение входа смотрим на прибыль нашего конкурента. Какова наша задача при инвестиции? Мы инвестируем для того, чтобы снизить стимулы или мотивацию у новичка выйти в лотос. Чем меньшую прибыль он получает, тем меньше у него стимулов и мотивации. Поэтому в данном случае мы имеем отрицательный знак. Что же происходит, когда мы все-таки предоставляем вход? Для чего мы инвестируем? Для того, чтобы улучшить свою собственную ситуацию. То есть, если мы все-таки уже впустили новичка, то мы должны инвестировать таким образом, чтобы заполучить наилучшее для нас положение на данном рынке в случае дуополи. Смотрим, что же здесь у нас получается. Опять два. Так, у нас получится два. Так, получается 2Q1 со звездой. Оси, которая откладывается от нуля и до, соответственно, бесконечности.
и бесконечность. Когда у нас стратегия предотвращения входа, ограничения входа эффективна? Когда мы будем попадать в эту дырочку? Когда у нас ро больше, чем d пополам, да? И меньше, чем 2 метра. Подождите сейчас. То есть... То есть вот это вот у нас... Это все такие случаи, когда мы можем осуществить стратегию предотвращения входа. Хорошо. Когда осуществима стратегия предоставления входа? Какой вывод мы можем сделать? То есть параметр ρ и вот эти условия показывают осуществимость данной стратегии. То есть мы можем ограничить вход, когда у нас ρ больше, чем d пополам, и мы можем предоставить вход, когда ρ, соответственно, больше, чем 2 делим на d. Во-первых, какой вывод можно здесь сделать? Если укоренившейся фирме невозможно предотвратить вход, то есть если все ро находятся левее от d пополам, возможен ли тогда случай предоставления входа? Нет, конечно. В данном случае данное условие оно сильнее как бы получается. Другой вывод. Если стратегия предоставления входа возможно, автоматически выполняется это условие. Да? То есть, какой вывод можно сказать? Если фирма может осуществить стратегию предоставления входа, то однозначно она может и, собственно, тогда и предотвратить вход. Далее. Мы видим, что вероятность того, что данная устоявшаяся фирма может осуществить блокирование, ограничение входа для большего множества случаев, нежели чем предоставление входа. Хорошо. Таким образом, какой будет основной вывод, что если фирма не способна ограничить вход, то она и не способна предоставить вход. Далее. Второй вывод, какой можно сделать? Когда укоренившаяся фирма выбирает вот данную стратегию предоставления входа. Смотрим, во-первых, на значение ρ, то есть насколько быстро изменяется, то есть насколько быстро изменяется c2 по отношению к c1. Когда у нас возможна стратегия предоставления входа? Когда скорость изменения, то есть когда скорость роста издержек моего конкурента выше, чем моя собственная, чем скорость роста моих собственных предельных издержек производства. Только в этом случае. Почему выше, чем 2 раза? Да. Таким образом, какой вывод мы можем сделать, что фирма 1, устоявшаяся фирма, может выбрать и способна осуществить стратегию, соответственно, предоставления входа только в том случае, когда скорость роста предельных издержек моего конкурента превышает мою собственную скорость роста моих собственных издержек производства. Однако, если мы посмотрим на случай предотвращения входа, здесь мы видим, что на самом-то деле мы способны ограничить вход, как устоявшаяся фирма, даже в том случае, если
мои предельные издержки растут быстрее, чем предельные издержки моего конкурента. Как вы думаете, почему? Вроде бы я здесь теряю намного больше в издержках, да? Вроде бы как. Я потеряю много на издержках, но при этом что я выигрываю? Чем я могу компенсировать мой проигрыш в издержках, мои потери в издержках? Я же становлюсь монополией. То есть здесь получается у нас такой выбор. Мы можем перекрыть наши большие издержки в связи с их увеличением. Мы их перекрываем, возмещаем с помощью тех выигрышей, которые мы получаем от своего монопольного положения. Поэтому здесь возможна и такая ситуация. Что же происходит в случае предоставления входа? Мы здесь всего лишь улучшаем свое собственное положение в случае дуополии. Да? Поэтому что мы делаем? Если мы увеличиваем, соответственно, издержки моего конкурента, что происходит в случае количественной конкуренции? Мой конкурент производит меньше, у меня больше доля рынка, я получаю больше прибыли. Если у нас ценовая конкуренция, у моего конкурента возрастают издержки быстрее, чем у меня, он назначает относительно более высокие цены, соответственно, я тоже способен назначить более высокую цену, я выигрываю. Поэтому у нас имеются вот такие вот выводы. В этом как раз и заключаются выводы данной модели. Что самое интересное в данном случае, вне зависимости от того, какую конкуренцию мы выбираем, либо количественную, либо ценовую, в данном случае мы с вами рассмотрели конкуренцию Купурнова в втором периоде. Самое интересное, если мы даже выбираем конкуренцию Купертрама, даже с дифференцированным товаром, то мы приходим абсолютно к тем же самым выводам. То есть, если фирма не способна выбрать, соответственно, стратегию ограничения входа, то она не способна поддержать вот эту стратегию по предоставлению входа. Абсолютно те же самые выводы. То есть, вне зависимости от того, чем являются наши стратегические перемены, либо стратегическими субститутами, как в случае производства конкуренции по количеству, либо стратегическими комплементариями, то выводы модели данные остаются неизменными. Все те же самые условия. Единственное только, что изменяется, это значение вот этих параметров, но их порядок остается неизменным. Данная величина будет всегда находиться правее, нежели вот эта величина. В этом заключается как раз и вывод данной модели. Есть какие-нибудь вопросы по ней? Такой тогда следующий вопрос мне к вам. Как вы думаете, в каком случае будет выбираться стратегия увеличения производственных издержек? Для ограничения входа или все-таки для предоставления входа? Для чего она будет более эффективна? Да, мы это видим как раз вот по этим выводам, что стратегия увеличения издержек производства, как и для себя, так и для конкурента, будет наиболее эффективной и чаще выбираемой в случае предоставления входа, нежели, точнее, ограничения входа, нежели предоставления входа. Когда в предыдущих моделях мы видели, что различные стратегии, устоявшиеся фирмы по, допустим, по инвестициям в стратегические перемены, могут быть выгодны и эффективны как в случае ограничения входа, так и предоставления входа. Здесь же наоборот мы видим, что стратегия увеличения издержек производства будет наиболее эффективной и чаще выбираемой в случае ограничения входа, нежели предоставления. В этом заключается как раз смысл этой последней лекции, точнее предпоследней лекции этого курса.
И давайте сейчас быстренько с вами пройдемся, сделаем такой overview, самые выводы, заключения по всему тому, что мы с вами сделали. Итак, давайте вспомним наши самые первые лекции, что мы там делали на самых первых лекциях, в самый первый день. Мы с вами познакомились с историей, понятиями такой науки, которая называется теория организаторов отраслевых рынков, либо отраслевая экономика. То есть первые лекции у нас были посвящены следующим темам этого дня. Определение отраслевых рынков. Давайте вспомним, что это такое. Теория организации отраслевых рынков – это отрасль экономической теории, которая изучает, прежде всего, несовершенную конкуренцию, поведение фирм и рыночную структуру, а также их взаимодействие. Далее, что мы еще с вами разобрали? Потом у нас с вами была история возникновения науки. В чем заключалась история возникновения науки? Она заключалась в том, что существовало множество вопросов, которые не могли объяснить экономисты с точки зрения существовавшей теории совершенной конкуренции. А также было много критики в отношении допущений, которые были сделаны неоклассической школой. То есть полнота информации, абсолютно рациональное поведение индивидуумов и наличие совершенной конкуренции на рынке. Эти допущения не могли объяснить все богатство экономических явлений, которые наблюдалось в то время. Какие, например, возникают большие интернациональные концерны, например, в начале 20 века появляется железная дорога, которая используется повсеместно теперь, появляются средства связи, такие как телефонная связь, например, и, соответственно, происходит процесс урбанизации, рост доходов населения. К чему это способствует? Это способствует массовому производству. Массовое производство – это, прежде всего, экономия от масштаба. Если у нас присутствует экономия от масштаба, что появляется? Скорее всего, появится высокая концентрация. Высокая концентрация – это один из признаков, один из параметров наличия рыночной власти. Рыночная власть – несовершенная конкуренция, явления, которые не могут объяснить с точки зрения совершенной конкуренции. Поэтому вот эта теория, которая изучает несовершенную конкуренцию, она обособилась от существовавшей до этого экономической теории. Дальше. Третье. Что мы с вами разобрали? Мы с вами разобрали школы, точнее, точки зрения, как же все-таки подходить к изучению теории отраслевых рынков. Мы выявили две школы. Первая – это Гарвардская школа, или парадигма, какая? Structure, conduct, performance. Структура, поведение, результат. Результат, то есть насколько оптимально, насколько эффективно функционирует себя отрасль, зависит от того, как себя ведут фирмы. В свою очередь, то, как себя ведут фирмы, зависит от параметров, от структуры рынка. В чем заключается переход от одной школы в другую, во вторую, в чикагскую, то есть теорию цен, заключается в том, что парадигма Structure Conduct Performance, она является больше описательной, больше позитивной. Не было нормативного анализа, не было формальных экономических моделей, которые смогли бы анализировать поведение фирм, а также результат. Таким образом появляется теория цен или чикагская школа, в структуре которых мы видим различные подходы. Это транзакционные издержки, это теория игр, это формальные модели олигополии, это что еще? Это подход, описываемый состязательными рынками и так далее, и так далее. Далее, что мы с вами прошли? Затем мы с вами перешли к понятиям, ключевым понятиям деорганизации отраслевых рынков. Это понятие рынка, понятие отрасли, понятие рыночной власти. Мы с вами сказали, что рынок – это некоторая структура, которая позволяет
обмениваться товарами между, собственно, производителями и покупателями. В то же самое время маркет – это та структура, которая же прежде всего характеризуется чем? Товарными границами. То есть рынок, он у нас ограничивается товарами. А как мы это объясним, в чем вот тут заключаются товарные границы? Как определить рынок какого-то конкретного товара? Мы должны прежде всего идентифицировать, насколько широко мы его определяем. Либо это рынок клубничного йогурта, либо это рынок йогурта вообще, в принципе, либо это рынок молочных продуктов и так далее, и так далее, и так далее. И мы это смотрим как по значению перекрестной ценовой эластичности. То есть там, где возникает большой разрыв между товарами и группами, там, скорее всего, и находится граница рынка. Если мы подходим к определению отрасли, что такое отрасль? Это некоторый набор, некоторое множество всех производителей, которые имеют схожие технологии и используют схожие ресурсы. А при этом границы отрасли определяются у нас чем? Насколько близко данные товары являются субститутами с точки зрения эластичности спроса или предложения? Предложение. Предложение, конечно. Потому что отрасль – это прежде всего сторона предложения. Рынок – это прежде всего сторона спроса. Прекрасно. Что такое рыночная власть? Рыночная власть – это способность что? Назначать более высокие цены и, соответственно, получать более высокую прибыль. Хорошо. Дальше. Что мы с вами еще пошли? Если мы с вами поговорили о концентрации, поговорили о рыночной власти, описательно, надо было посмотреть еще, как же мы можем измерить это все. И концентрацию, и рыночную власть, и неоднородность сфер. Мы с вами изучили индексы, которые показывают в количественном измерении, например, величину концентрации, величину неоднородности на рынке и величину рыночной власти. Далее. И в заключительной части мы с вами поговорили о вероятных явлениях на рынке, которые связаны как раз с теми случаями, которые изучают теория отраслевых рынков. Это что? Это несовершенство и асимметрия информации, это ценовая дискриминация, это барьеры входа, это что еще? Дифференциация продукта, вертикальная интеграция, диверсификация производства и так далее, и так далее, и так далее. То есть те все явления, которые мы можем наблюдать в реальной жизни, в реальном мире, в реальной экономике, которые являются как раз объектами изучения. Хорошо. Дальше. Вот мы с вами прошли такое введение небольшое в теорию организации отраслевых рынков. Затем мы с вами начали изучать самую начальную стадию изучение структур рынка, который называется монополия. Что такое монополия? Это такая рыночная структура, которая описывается наличием одного доминирующего игрока, либо одного вообще игрока во всей области. Мы с вами поговорили о индексе Лернера, то есть правила ценообразования для монополиста. Мы сказали, что это обратная зависимость, соответственно, от ценовой эластичности спроса. Дальше. Второй случай. Мы с вами рассмотрели задачи монополиста с множеством заводов. Да? И посмотрели примеры, как можно подходить к решению таких задач в зависимости от того, какие структуры издержек
наличествуют в данной технологии, которую используют соответственно монополисты. В третьем случае мы с вами разобрали, что многопродуктовую фирму. Здесь было два случая. Либо это взаимосвязанные товары в потреблении, либо это совместные технологии. В первом случае мы сказали о том, что если товары являются комплементариями, то возможна такая ситуация, что на один товар может назначаться очень низкая цена и даже цена, которая ниже издержек производства. Например, loss leader product. Примерами были, например, индейка в день благодарения и елка на Новый год. Далее. Что происходит, когда у нас совместная технология? У нас может быть экономия от охвата или экономия от ассортимента. То есть, чем больше продуктовых категорий мы производим, тем меньше наши производственные затраты. В данном случае, вот таким образом мы можем охарактеризовать многопродуктового монополиста. Далее, что мы с вами еще сделали? Мы с вами приступили к ценовой дискриминации, говорили о первом типе, втором типе, третьем типе, но более детально мы с вами остановились на втором типе дискриминации. Это да, меню цен. Что такое меню цен? Примерами у нас что было? Двухставочный тариф, то есть проблемы Диснейленда, и, например, различные тарифные планы при выборе, например, сотового оператора. То есть сотовые операторы предлагают нам несколько тарифов, и мы выбираем для себя наилучший. То есть мы сами себя определяем сами для себя, в зависимости от своего собственного типа, какой же тарифный план мне выбрать. Соответственно, в чем заключается задача монополиста тогда? Сделать ограничение по участию, то есть чтобы я был готов все-таки воспользоваться услугами данной фирмы. И второе – это ограничение по стимулу, чтобы я купил именно тот набор, именно то предложение, которое специально предложено монополистом для меня, для моего конкретного типа. Таким образом, у нас появляется возможность нелинейного ценообразования, либо как раз множество тарифов. Пятый случай у нас что было? Это у нас был монополист, который производит собственный товар длительного использования. Какая проблема возникает с товаром длительного использования? Возникает проблема парадокса Гаусса. То есть, которая говорит, что рациональные потребители ожидают понижательной тенденции в ценах. Соответственно, если они реализуются высокой терпимостью, то есть могут подождать до следующего периода, они могут купить в следующем периоде. Таким образом, монополист в таком случае теряет ту монопольную власть, ту рыночную власть в назначении цен в связи с этим. Во-первых, потому что потребители могут ждать. Во-вторых, товар сегодня является субститутом и конкурентом к товару, который будет продаваться завтра. Далее, мы с вами рассмотрели, что помимо парадокса Гаусса, мы с вами рассмотрели те инструменты, тот механизм, который может использовать монополист, чтобы избежать
парадокса Коуза. Это что? Это, например, сдача в аренду, то есть лизинг. Это что может быть? Устаревание товара, например, как мы уже обсуждали с вами продукцию компании, через какое-то количество, там, через полгода, через год выпускается новая модель. Apple говорит, что если вышла новая модель, я старую уже производить не буду, поэтому у вас есть единственный шанс либо купить мой товар вот в этом периоде, потому что в следующем периоде я его не буду производить, я буду производить совершенно другую модель. Соответственно, у него появляется возможность назначить высокую цену на данный товар, соответственно, на iPhone в каждом из периодов. Далее, какие еще могут быть возможности? Что это может быть еще? Давайте вспоминаем. В крайнем случае я могу продать все оборудование, продать все заводы. В случае с художником отрубить себе руки или выколоть глаза, и такие экстремальные, и так далее. Мы с вами обсуждали несколько способов. Далее. Что мы еще делали с монополистом? Мы с вами обсуждали продажу наборами и связанные продажи, да? Давайте шестой здесь запишем. Это бандлинг. Что такое бандлинг? Я продаю пакетом, но также я еще и продаю отдельно данный товар. В случае смешанного бандлинга, либо когда у нас чистый бандлинг, я продаю только пакет. Что такое связанные продажи? Связанные продажи – это я не могу купить один товар, при этом не купив другой. В этом заключается отличие. Здесь какой пример? Меню ресторана. Здесь какой пример? Да, например, гостиницы. Либо, например, еще что? Это операционная система Windows и Internet Explorer. Да? Хорошо. Далее. Закончив с, соответственно, бандлингом и тайнингом, мы с вами перешли к аллегории. Что мы делали в аллегории? В аллегории мы с вами, во-первых, рассмотрели рынок аллегории, что это такое. Это такая рыночная структура, такой рынок, где наличествует несколько, соответственно, игроков. Рассмотрели с вами свойства монополии, признаки, свойства аллегории, признаки аллегории, а также разобрали примеры, какие мы можем найти в реальной экономике. Затем мы с вами сказали, что есть огромное количество моделей, которые изучаются в курсе теории доступных рынков. Это прежде всего модель Курно, количественная конкуренция, одновременное принятие решений. Что такое дальше? Это Штекельберг. Есть у нас лидер, есть последователь. В том случае, если лидер может предсказать каким-то образом поведение своего конкурентов. Далее что у нас идет? Конкуренция ценовая, это Бертран. Дальше у нас что идет? Это дифференцированный товар, например, модели Котеллинга и Солова. Дальше. Последнее это модель вертикальной дифференциации товара, например, Сатан и Шикет. И мы с вами на примере Курно разобрали, каким же образом необходимо производить анализ рыночной структуры, которая описывается олигополией. То есть, какие проблемы надо затронуть. Во-первых, не только найти, как находится равновесие в данном случае. Во-вторых, надо посмотреть вопрос существования данного равновесия, единственности данного равновесия, стабильности данного равновесия, насколько это равновесие эффективно и оптимально с точки зрения общества, и посмотреть, как же изменяются условия равновесия в зависимости от того, как изменяются параметры, заданные моделью или структурой рынка. Например, это может быть что? Это может быть максимальная емкость рынка, это может быть изменение предельных издержек производства, это может быть изменение, например, углового коэффициента спроса и так далее. То есть то, что задано экзогенно.
Хорошо. Вот мы с вами рассмотрели олигополию таким образом. И переходим к более интересным вопросам, то есть вопросам входа на рынок, выхода с рынка и предоставления входа со стороны фирмы, которая существовала до входа новичка, то есть укоренившейся фирмы. Сначала мы с вами начали обсуждение с того, что такое входные барьеры, это такие условия входа или выхода, которые затрудняют вход или выход для новичка. Какие они бывают? Они бывают у нас институциональные, то есть заданные государством, например, лицензии, например, импортные тарифы и так далее, и так далее. Какие следующие типы? Это экономические, то есть которые объясняют с точки зрения экономических, с точки зрения экономики. Это какие? Это бывают нестратегические экономические барьеры, например, абсолютное преимущество в издержках, например, экономия масштаба, например, продуктовая дифференциация. Далее есть нестратегические, точнее стратегические, это что у нас? Стратегические, это значит, они создаются самими игроками, самими фирмами, устоявшимися фирмами в отрасли. Это что у нас? Например, это лимитирующая цена, это лимитирующий выпуск, это что еще у нас может быть? Все что угодно. Патенты, R&D, что еще это может быть? Это может быть, опять же, диверсификация, это может быть интеграция, а вертикальная, это может быть, опять же, bundling timing и так далее, и так далее, и так далее. То есть все те явления, которые нам помогают, во-первых, установить барьеры входа, во-вторых, поддержать свою рыночную базу. И давайте запишем это все. Большой блок. Первое, мы с вами разобрали проблему лимитирующей цены и лимитирующего выпуска. То есть установление такой цены, когда вход для новичка просто невыгоден. То есть остаточный спрос приносит только лишь убытки. В этом подразделе лимитирующей цены мы рассмотрели подходы Бейна, Сайлоса, Модигляни, затем критику Диксита, который говорит, что на самом-то деле лимитирующая цена, лимитирующий выпуск не всегда является убедительным. Почему? Потому что иногда предоставление входа более выгодно, чем предотвращение входа, ограничение входа. Это статья 1979 года. Дальше. Статья Диксита 1980 года. Это что? Это проблема. Даже если я все-таки выбираю стратегию ограничения входа. Данное ограничение входа должно быть убедительным с той точки зрения, что я способен произвести такое количество данного товара. То есть настолько много, чтобы предотвратить вход новичка на рынок. Это модель 380 года. Далее, что мы с вами делали дальше? Дальше мы с вами перешли к классификации бизнес-стратегий, которые связаны с предоставлением входа и ограничением входа. Когда выгодно укоренившейся фирме ограничить вход, то есть прибыль от ограничения входа превышает прибыль от предоставление входа. Какие две стратегии может выбрать устоявшаяся фирма? Либо быть агрессивной, чтобы убить, либо быть, точнее, большой и агрессивной, чтобы убить, то есть топ-дог, злой собак. Либо это быть маленьким и агрессивным, то есть не доинвестировать и быть агрессивным, чтобы убить. Это как раз случай голодного взгляда. Когда мы рассматриваем стратегии уже предоставление входа, у нас выбор стратегии увеличивается в два раза. Все
все так же сохраняется, что быть большим и агрессивным для того, чтобы улучшить свое положение в отрасли, это злая собака. Затем быть маленьким и агрессивным для того, чтобы улучшить свое положение на рынке, это голодный взгляд. Дальше быть безобидным и маленьким, это щенок, маленький щенок. И четвертое, быть большим и безобидным, это толстый блок. Да? Четыре стратегии. Вот мы рассмотрели эти четыре стратегии предоставления входа и две стратегии ограничения входа. И затем перешли к множественным примерам. Первым примером, который мы разобрали, это было уменьшение своих собственных издержек производства. То есть мы инвестировали для того, чтобы снизить свои собственные издержки производства. Дальше. Какой пример мы еще рассмотрели? Дальше мы рассмотрели уже качественные инвестиции. Если в первом случае у нас были количественные, то есть какие-то средства потраченные на сокращение собственных издержек производства, во втором случае мы рассмотрели уже качественные инвестиции, то есть каким же способом продавать? Либо пакетированием, либо отдельно. То есть... Дальше, какой случай еще мы рассмотрели? Дальше мы рассмотрели проблематику замыкания потребителя на товаре. И проблему также издержек смены продавца или поставщика. И сегодня мы с вами рассмотрели последний пример. Это когда фирма, устаканившаяся, увеличивает общие, точнее, увеличивает предельные издержки производства для всех игроков. И для себя, и для своего конкурента. И мы увидели, что данная стратегия наиболее эффективна и чаще применяется в случае предотвращение входа, ограничение входа, нежели предоставление входа. Таким образом, вот такая красивая карта того, что мы с вами прошли в течение этих двух недель. Собственно, вот можете по ней ориентироваться, чтобы потом когда-то использовать лекции, которые вы, надеюсь, получили за время этого курса. Спасибо большое за внимание за эти две недели и надеюсь, мы с вами еще встретимся.